Прошли мы две посадочки. Вот, были только вальшнепы, кот, собачки на дерево загнали. Ну и в принципе особо там показывать нечего. Ну, только мы зашли в третью посадку, и вот Шулька выгнала зайца. Но он выскакивает, даже меня видя, не стал куда-то в сторону убегать. Вообще метров было 15, наверное. А я стоял уже пятерочку. Думаю, далеко стрелять не буду, даже если буду выскакивать. Соответственно, выскочил близко, с пятерки там прошило насквозь, вон ухо ж торчит с него. Поэтому мы сегодня своего зайчика добыли, а всем желаю ни пуха, ни пера. Вот. Оценивайте наше видео, оставляйте комментарии. Счастливо, всем удачи, а как это было, смотрите. Пока. Итак, друзья, доброе утро. Приехали на очередную охоту. Сегодня я один и две мои собачки. Пошли! Вот, посмотрим, что мы сможем сегодня сделать. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. Ну, а мы постараемся что-нибудь отснять. Итак, погодка у нас без осадков, ясная. На почве небольшой как бы заморозок. А так в районе что-то как 0-1. Восточный ветерок. В планах у нас опять же походить по посадочкам. Хотя пахота сухая, может и в пахоте лежать. Посмотрим. Все, вперед. Так, друзья, есть косяк. Все, фу, Жуля, Жуль, фу, сказал. Ай, молодца. Фу, Эльза. Пятерочка, друзья, пятерочка. Отлично. Все, фу. Молодцы, молодцы. Вот так, друзья. Хорошечно. Так, зайдем в посадочку. Где же он тут лежал? Собачки выгнали. Отлично, друзья. Вот такой вот косячок. Можете нас поздравить. Итак, друзья, можете нас поздравить. Вот такой вот прекрасный зайчуганчик был добыт. Как у тебя? Все, домой. А что, бро? А? Что, бро? Да. Посадки ходил. Ну, вот зайца взял и сейчас домой уже. Вот так удачно прошла наша охота. Всем спасибо за просмотр. И ни пуха, ни пера. Удачи!